фургонах. Прессовано 62 классом. Значит, прессовано плотно, рулоны не пролитые, скошены и собраны вовремя. Показываю размеры рулонов. 120 на 180. На месте стоит, так не будет. Так, вот, 180. С этой стороны зайди. Вот, 120. Сено габаритное, пригодное для перевозки. Трал в российский в ходе 26 рулонов, в импортный 28. В УАЗик 2 рулона, в Газель 3 рулона, но нужно подложить доски. Сено разное, есть костер. Вот здесь вот, вот то, что мы снимали, показывали. Там, значит, размеры. Вот это лесное сено. Вот там дальше суданка. Все нужно приезжать и самим выбирать, смотреть. Находимся в селе Баженово Саргатского района. Это 100 километров от города. Если ехать по Тюкалинской трассе, то на 67-м километре проезжаешь через Саргатский район, деревня Павловка. От трассы где-то 22 километра. Ну, 100 километров получается от города. Сюда, Саша. Хватит, долго не будут смотреть. Будут.